Славься, Русь, святая державная, славься, женщина православная, ты живи и ближних зови к алтарю Христовой любви. В минувшие выходные в Ходькове у стен Покровского ставропигиального женского монастыря развернулись массовые гуляния по случаю православного праздника Дня жен Мироносец. Верующие отмечают его во второе воскресенье после Пасхи. Праздник был установлен в память об ученицах Иисуса, которые следовали за ним во время проповеди и стали первыми свидетелями воскресения Господня. В этот святой, замечательный, теплый день все мы с вами собрались возле стен монастыря, чтобы вспомнить святых жен Мироносец, которые первые узнали о том, о воскресении Христа и разнесли эту мысль по всему миру, сказав эти светлые, горячо любимые, радостные нашему сердцу слова: «Христос воскресе!» Традиция отмечать этот день в Ходькове зародилась в 2019 году по инициативе Московского областного регионального отделения Союза женщин России и благотворительного фонда социальных программ Московской области «Исток». Перед началом праздничной программы окружные депутаты, управленческая команда Ходькова и представители духовенства отметили активных женщин округа. Грамоты, благодарственные письма и награды вручили женам и матерям участникам специальной военной операции, тем, кто помогает собирать гуманитарную помощь, работает с детьми, молодежью, ветеранами и общественностью. Гостей праздника от главы Сергиево-Посадского округа Дмитрия Акулова поприветствовала председатель окружного совета Рита Тихомирова. Сегодня у нас такой очень добрый, очень светлый и очень домашний праздник. Уже это по сложившейся традиции, мы уже, наверное, так шестой раз собираемся. Замечательный праздник, который несет в себе доброту, внесет в себе веру, надежду и большую-большую любовь. Для гостей праздника были подготовлены различные мастер-классы, анимационные программы, работала ярмарка игрушек, изделия местных мастеров и интересные фотозоны. Попробовать главный символ праздника – солнечную яичницу в день жен Мироносец – приезжают не только жители округа, но и гости из разных уголков Подмосковья и Москвы. Мы здесь уже, наверное, раз третий. Мы вообще из Балашихи, но приезжаю сюда к родственникам. Детям здесь очень нравится, интересно, они участвуют в мастер-классах. Яичница здесь очень вкусная, необычная. В целом нравится, настроение праздничное. Столько здесь, оказывается, в Ходькове рукодельников, столько народных ремесел мы увидели, и столько вкусности, поэтому организация прям замечательная, здорово. Особую атмосферу в день жен Мироносец создали на сцене творческие коллективы, которые подарили всем гостям праздничное настроение. Мария Ревека, Дарья Леонова, Антон Коврижных, ТВР-24.